Почти 200 новых автомобилей дорожно-патрульной службы в один день разъедутся по разным районам Новосибирской области. В том числе транспортом пополнится отдельный взвод ДПС ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Искитимский. 198 служебных автомобилей одновременно сегодня встанут в строй ваших подразделений. Причем не только это восточный город Новосибирск, но и самые отдаленные уголки нашего региона. Уверен, обновление автопарка и курсы на перевооружение технические, которые будут нам взяты, послужат укреплению правопорядка в регионе. На смену старым в Искитим придут сразу 10 новеньких автомобилей. Современные, маневренные, оборудованные всем необходимым для работы госавтоинспекторов. Майору полиции Хакину Александру Алексеевичу, начальнику отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Искитимск. В этом году подвижной состав искитимской полиции значительно обновился. До этого новые машины получили участковые уполномоченные. Сейчас сотрудники дорожно-патрульной службы. В главном управлении надеются, что это сделает работу правоохранительных органов более оперативной.